Что ж, мы говорили с вами о различных концепциях богословия. Но как же все-таки это определить? Что ж, в ваших конспектах я привел для вас два разных определения. И в каждом есть некие изюминки. Но я хотел бы предложить вам еще одно определение. Это определение систематического богословия, на мой взгляд, будет более понятным. И я постараюсь хорошо его объяснить, так же, как и остальные. Итак, первое определение было дано Стронгом. Вы, может, уже слышали о Стронге, так как познакомились с его симфонией. Это тот же человек, который составил симфонию. Он написал еще и систематическое богословие. И вот как он определяет систематическое богословие. Богословие — это наука о Боге и его отношениях со Вселенной. Что ж, это достаточно интересное определение, но что же оно на самом деле говорит нам? Говорит ли оно нам что-то о источнике информации для составления богословия? Нет. Говорит ли оно что-то о теме, о предмете систематического богословия? Да, на неком абстрактном уровне. Здесь говорится, что богословие — это наука о Боге и об отношении Бога с Вселенной. Но мы можем спросить, а чему же о Боге богословие должно нас учить? Что ж, мы согласились с тем, что богословие — это наука о Боге и его отношениях со Вселенной, но хотелось чего-то более конкретного. Говорит ли оно что-то нам о методе богословия? Что ж, здесь есть слово «наука», так? Когда Стронг говорит, что богословие — это наука о Боге, что же он имеет в виду? Имеет ли он в виду, что Бога можно взять в лабораторию и рассмотреть под микроскопом? Нет, наука не в этом смысле. Скорее всего, Стронг имеет в виду то, что мы называем научным методом. Но научный метод чего? Изучение некого феномена. Итак, как же ученые проводят исследования? Итак, как нам сказала Линда, они проводят наблюдения, собирают информацию, формулируют некую гипотезу, проверяют ее и так далее. То есть, говоря о науке, Стронг не имеет в виду, что богословие — такая же наука, как, скажем, физика, биология или химия. Но он хотел сказать о том, что, занимаясь богословием, вы делаете то, что делают другие ученые. Однако все равно он не сильно углубляется в объяснение того, в чем же заключается научный метод изучения богословия. Но давайте посмотрим на другое определение. Это определение Луиса Шафера, который многие годы был президентом богословской семинарии в Далласе. Многие из вас, если не все из вас, о нем слышали. И вот какое определение он дает в своем систематическом богословии. Систематическое богословие можно определить как сбор, научную организацию, сравнение, представление и защиту всех данных любого происхождения о Боге и его деятельности. Итак, давайте вернемся назад и зададим вопросы. Итак, говорит ли нам что-то это определение об источнике информации для формулирования богословия? Что ж, это говорит нам о том, что мы собираем данные для богословия из всех возможных источников информации, которые доступны.
Если вы когда-нибудь прочитаете систематическое богословие Луиса Шафера, то вам станет ясно, что на самом деле единственным источником информации для него является Писание. Но эта идея о том, что источником информации может быть не только Библия, но и любой источник, который имеет отношение к теме, отражает тот подход к изучению богословия, который я представил вам. Но что же это определение говорит о теме богословия? Говорит ли оно нам что-нибудь об этом? Да, немного. О Боге и Его деятельности. В этом определении не говорится, что мы хотим знать о Боге, но во всяком случае упоминает тему богословия. Но о чем же остальная часть этого определения? Метод? Да, абсолютно верно. И на самом деле большая часть этого определения говорит о методе богословия. И здесь говорится о сборе различных фактов, о научной организации всех этих фактов, о сравнении, представлении и защите всех данных. И Шафер определенно прав. Нам, конечно, нужно собирать вместе все факты, но как мы это делаем? Идем ли мы в научную лабораторию и проводим там научные эксперименты, которые могут иметь отношение к богословию? Что ж, он не говорит. Может быть и так. Но на самом деле не объясняет, как нам следует собирать эти данные. Научная организация. Опять это слово. Конечно, он не имеет в виду того, что богословие такая же наука, как биология или химия. Я думаю, он имеет в виду вот что. Когда вы записываете свое богословское утверждение, свои выводы, то вы это делаете в логическом и последовательном порядке, подобно тому, как ученые записывают свои выводы. Я думаю, что он это имеет в виду, хотя из определения это не совсем ясно. Также он говорит о сравнении всех фактов. Что ж, да, если вы собираете данные из различных источников, вам следует сравнить все эти данные между собой, что говорят данные из одного источника и из другого источника, и как они согласуются между собой. Скажем, особенно если вы изучаете доктрину, основанную на различных текстах Писания, и на первый взгляд эти тексты не говорят одно и то же, и более того, создается впечатление, что они противоречат друг другу. Вот мы приводили пример из первого послания Петра и из второго послания Петра. Поэтому действительно следует сравнивать факты, представления, но я думаю, что он имеет в виду просто ознакомление нас с результатами исследований. И затем он говорит о защите. И в зависимости от того, что он имеет в виду, я могу сказать и да, и нет. Если он имеет в виду, что, занимаясь богословием, будут встречаться различные толкования текстов различных экзегетов или различные понимания какой-то доктрины среди богословов, то часть того, что вам нужно сделать, представляет собой следующее. Вы должны показать, что то, как вы толкуете текст или понимаете какую-то доктрину, правильно. Мы должны показать, почему наша позиция верна. И мы покажем аргументы, на основании которых мы приходим к своим выводам, а также аргументы, которые показывают ошибочность других суждений. Но с другой стороны, если он имеет в виду, что мы защищаем свое богословие перед миром, перед неверующими, то я скажу «нет, это задача апологетики,
а не главная цель систематического богословия. Итак, в зависимости от того, что Шафер имеет в виду, говоря о защите, я могу с ним либо согласиться, либо не согласиться. Что ж, я думаю, каждое из этих определений имеет свои достоинства, что-то ценное. Но я хотел бы предложить вам более понятное, подробное определение. И нам потребуется 2 или 3 слайда, чтобы отобразить это определение. Итак, позвольте мне прочитать все это определение целиком, а затем мы вернемся и разберем слайд за слайдом. И я объясню, что имеется в виду. Систематическое богословие, гласит это определение, это учебная дисциплина. Заметьте, что я не использую слово «наука». Я не хочу, чтобы создалось впечатление, что богословие — это такая же наука, как химия или физика. Это учебная дисциплина, включающая в себя, первое, обнаружение индуктивным методом на основе любых доступных источников истины о личности, деятельности и отношениях Бога. И во-вторых, я потом вернусь и разберу каждый из этих пунктов. Мы поговорим более подробно. Эта дисциплина включает в себя аналитическое проникновение значение каждого фрагмента индуктивно установленной истины. И в-третьих, богословие включает в себя синтез всех фрагментов истины во внутренне последовательную и логически организованную систему, отвечающую на вопросы современности. Итак, еще один слайд, и затем мы вернемся и разберем эти слайды более подробно. Богословие, как таковое, представляет собой человеческую попытку концептуализации и не должно отождествляться непосредственно с истиной, которая в результате была обнаружена. Это не Библия. Это что-то, что родилось в нашем разуме. Итак, теперь давайте вернемся и более подробно остановимся на этом. Мы говорим, что прежде всего богословие — это учебная дисциплина, которая включает в себя обнаружение индуктивным методом. Но что мы имеем в виду, когда говорим об индуктивном методе? Итак, что же представляет из себя индуктивный метод изучения? Когда вы изучаете что-то индуктивным методом, то вы приходите в результате к каким-то предположениям. Нет. Вы вначале определяете свои гипотезы, свои убеждения, свои предположения, для того, чтобы отложить их в сторону и не позволить им повлиять на ход исследования, на те выводы, к которым вы придете в процессе изучения. Поэтому изучать что-то индуктивно означает то, что мы стараемся удалить все наши предположения, допущения и постараться объективно посмотреть на предмет изучения и увидеть то, о чем говорит Писание, или то, что представляет из себя мир. Итак, мы говорим об индуктивном обнаружении истины из различных источников. Здесь мы видим, какие источники используются в систематическом богословии. Да, будучи евангельскими христианами, мы начинаем с Библии. Все должно проверяться в свете библейского откровения. Но истина может быть также обнаружена и в других дисциплинах. И там, где она имеет отношение к нашему предмету исследования, то ее можно использовать, чтобы еще больше узнать о Боге и о Его отношениях с миром, чем могли узнать из одной Библии. Итак, мы извлекаем истину из различных источников, истину о Боге, о Его личности, деятельности и отношениях, о личности Бога, о Его природе,
Это включает в себя не только истину о его природе, но и о его атрибутах, о его деятельности, то есть все то, что он делает в этом мире, сотворение, вдохновение на написание Библии, спасение мира и о отношениях Бога, взаимоотношения внутри Троицы, как Бог Отец относится к Богу Сыну и Богу Духу Святому, но также и то, как Бог относится к нам, как Он относится к ангелам, к сатане и демонам, как Он относится к остальному творению. Все это включается в темы изучения богословия. Итак, это определение говорит мне о предмете изучения, об источниках информации и немного о методе. Используя этот индуктивный метод, я собираю вместе данные, но что же я делаю дальше? Что ж, теперь мы подходим ко второму пункту. Аналитическое проникновение в значение каждого фрагмента индуктивно установленной истины. Вы, быть может, думаете про себя, ну что же это такое аналитическое проникновение? И почему я должен это делать? Но я думаю, я могу объяснить это и ответить на оба этих вопроса при помощи одного примера. Вот предположим, что вы изучаете доктрину спасения, и кто-то сказал вам, что для того, чтобы понять вам доктрину спасения, вам вначале нужно разобраться с доктриной оправдания. И кроме этого, вам еще нужно разобраться, что означает спасительная вера. И, быть может, не указывают на различные стихи Писания, которые говорят о спасении. Я провожу тщательную экзегезу, и, сопоставляя выводы экзегезы, я прихожу к результату. Я прихожу к выводу, что Писание учит о том, что оправдание достигается одной лишь верой. Но только лишь потому, что я пришел к такому выводу, можно ли сказать о том, что я понимаю, что подразумевает оправдание? И что такое вера? И что стоит за этой фразой, что оправдание достигается одной лишь верой? Может быть и нет. Да, есть тексты Писания, к примеру, этот, в котором написано, что праведный верою жив будет. И другие тексты, которые говорят об оправдании. Поэтому мне нужно понять, проанализировать, что включает в себя термин «оправдание», что же имеется в виду в Библии. И мне здесь не поможет толковый словарь, потому что определение, которое можно в нем найти, слово «оправдание», может расходиться с тем, чему учит Библия. Я могу обратиться к греческому и еврейскому лексикону. Я могу заглянуть в различные толкования. Я хочу разобраться, что же включает в себя библейская идея оправдания. И у меня есть какое-то понимание, что же такое вера, но для меня важно понять, что имеют в виду библейские авторы, говоря о вере. Быть может, они говорят о том же, о чем и я думаю, а, быть может, они говорят о чем-то ином. Но разобравшись в том, что означает оправдание и вера, мне нужно задать себе самому вопрос, а что значит быть оправданным по вере? И чем это отличается от оправдания чем-то еще? Какие еще есть альтернативы? Вот вы понимаете, такие вопросы я должен задавать самому себе,
Если я действительно хочу разобраться, что же означает оправдание по вере, другая альтернатива – оправдание по делам. И я должен задать себе вопрос, а что же означает идея об оправдании делами? И что имеется в виду в Библии, когда говорится об этом? И говорит ли Библия о том, что нельзя оправдаться делами или чем-то еще? Вот вы понимаете, здесь я анализирую слова и концепции в тех выводах экзегезы, которые я получил. Ну что ж, теперь я готов что-то сделать. Систематическое богословие также включает в себя синтез всех фрагментов истины во внутренне последовательную и логически организованную систему, отвечающую на вопросы современности. Третий пункт включает в себя несколько моментов. И первое — это шаг синтеза. Я просто не могу придерживаться богословия, которое говорит, что Бог абсолютно суверенен, и Он определяет все, что происходит в мире, включая, кто спасется, все события в моей жизни и так далее, и далее. И при этом также придерживаться других убеждений в своем богословии, согласно которым человек свободен и морально ответственен за то, что он делает. И при этом никогда не задавать себе вопросов, а как же согласуются мои выводы о суверенности с выводами о свободной воле? Нет, даже зная о том, что если я буду пытаться согласовывать эти выводы, то это вызовет определенную напряженность, я должен сопоставлять выводы и спрашивать самого себя, как они одновременно могут быть верны. И знаете что, класс? Одна из целей данного курса как раз и состоит в том, чтобы показать вам, что есть несколько путей согласование этих концепций вместе, показать вам эти пути, а также объяснить, почему люди придерживаются каждого из этих подходов, как им удается согласовать суверенность Бога и свободную волю человека, показать аргументы за и против каждой из этих попыток согласования, а также помочь вам прийти к выводу, а какой же путь согласования этих двух идей наилучший, как сопоставить эти идеи вместе. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Итак, я не могу остановиться лишь на фрагментах богословия. Я должен прийти к некой системе. Я должен убедиться в том, чтобы эта система была внутренне последовательной. Я не должен создать богословие, в котором есть внутренние противоречия. То, что я говорю о божественной суверенности, не должно противоречить тому, что я говорю о свободной воле. Итак, система должна быть внутренне последовательной, но также и логически организованной. Я не должен сразу все факты преподносить и организовывать их не в порядке, скажем, усложнения или упрощения, или, скажем, приводить факты по одной теме, и затем факты по другой теме. Нет, совсем не так. Нужно преподносить информацию так, чтобы при этом была видна логическая прогрессия, чтобы было просто нам самим воспринимать эту информацию и всем тем, кто будет читать наши выводы. Но заметьте, что это также система, которая отвечает на вопросы современности. Но заметьте, библейское богословие беспокоится лишь о том, чтобы сообщить о том, о чем говорится в определенной части Писания.
и не заботится о том, чтобы сказать, а что это значит для нас сегодня. Но систематическое богословие идет на шаг вперед. Систематическое богословие говорит не только о том, что Библия говорит по какой-то теме, и как согласовать какие-то выводы вместе, но что это значит для нас сегодня? Как это отвечает на основные вопросы современности? Мы не пытаемся закрыть глаза на те вопросы, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Систематическое богословие говорит нам о том, что нам нужно на них отвечать. И не только для того, чтобы показать, что наше богословие актуально тому, что происходит сегодня в мире, но потому что систематическое богословие должно быть чувствительно к тому, что происходит сегодня. И это не означает, что мы должны заставлять Писание говорить то, что оно на самом деле не говорит. Первый вопрос, который нам следует задать, а говорит ли что-то Писание о вопросах современности? И если не говорит, то мы не заставляем Писание говорить о том, о чем оно не намеревалось говорить. Но если Писание говорит об этом, то нам следует разобраться, что же оно говорит и как применить это сегодня. И что ж, наконец, как и все, что я говорил до этого, богословие, как таковое, представляет собой человеческую попытку концептуализации и не должно отождествляться непосредственно с истиной, которая в результате была обнаружена. Вот почему я включил это в определение. Я включил это потому, что порой мы можем настолько сильно защищать собственное богословие, насколько на самом деле должны защищать Библию. Наше систематическое богословие, каким бы хорошим оно ни было, не может равняться Библии. И говоря о том, что это человеческая попытка концептуализации, я не говорю о том, что польза от этого никакой. Мы должны думать о Боге и о том, чему учит Его Слово. Но мы должны признать, что, будучи людьми, мы ограничены в своих умственных способностях. И по мере того, как проходит время, и люди продолжают изучать, обнаруживаются какие-то новые моменты, быть может, археологами или лингвистами и так далее. И все это может привести к каким-то изменениям. И часто так и происходит в том, как мы понимаем Библию в нашем богословии. И что это означает? Что нет ничего неверного в том, чтобы пересматривать богословие время от времени. Почему? Да потому, что исследования продолжаются, что-то новое постоянно открывается, и люди продолжают думать о Божьем Слове, и появляются новые вопросы, на которые следует отвечать. Но это все не означает, что заниматься богословием — это значит попросту терять время, потому что, скорее всего, вы захотите пересмотреть свое богословие позднее в своей жизни, и если не вы, то это сделает кто-то другой. И когда я говорю «пересмотреть», я не имею в виду, что все придется выбросить, что было сделано до этого. Очень многое останется неизменным, но просто в будущем вы сможете что-то лучше понять. Вы сможете заглянуть дальше, лучше понять, как что-то применить. И так как вы хотите оставаться открытыми к переосмыслению своих доктринальных утверждений время от времени, и в какой-то степени это вызвано смирением, осознанием человеческой ограниченности, признанием, что мы не знаем всего, и что все мы можем извлечь пользу от того, что будем продолжать исследование.
Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.